Настоящие артисты даже день рождения проводят на сцене. А если это именины целого творческого коллектива, то повод собраться еще более весомый. На протяжении 50 лет детский музыкальный театр «Задумка» был и остается кузницей юных талантов Самары. Здесь все и поют, и танцуют. Сегодня «Задумка» — это яркий, интересный и сильный детский театральный коллектив, активно представляющий Россию на фестивалях и конкурсах всех уровней и пополняющий копилку своих достижений. Формируют команду не только участники, но и профессиональные наставники, стоящие у истоков развития детского творчества города. Во время концерта поздравили выдающихся деятелей коллектива. Почетные грамоты и ордена вручили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. За 50-летнюю историю, ну, возможно, эти цифры уже звучали, 246 гран-при, 1400 практически там, первые премии, еще там под 800, второй, третьих. Ну, невозможно представить просто это количество. За каждый год, если разделить, десятки побед в творческих престижных конкурсах. Юбилей – это и возможность получать подарки, возможность получать слова благодарности. И, конечно, мои благодарности всем участникам ансамбля, Елена Геннадьевна, вам, вашему коллективу, родителям. Спасибо вам огромное, что вы отдали своих детей. И у нас есть возможность говорить о том, что «Задумка» – лучший коллектив России. В честь юбилея коллектив представил гостям с десяток своих номеров. Участники пели, танцевали и дарили зрителям радость. Но главный подарок по традиции преподнесли выпускники «Задумки». Трогательную песню ребята подарили театру, в котором воспитывались на протяжении многих лет. В первую очередь хочется пожелать сил, терпения как педагогам, так и детям. Безусловно, процветания, чтобы театр всегда был на высоте. Сейчас он только растет, расширяется, появляются новые танцы, новые костюмы, новые постановки. Очень приятно видеть, как родной театр становится лучше. Поэтому желаю вам всегда быть лучшими и первыми. На сегодняшний день в составе театра около 500 воспитанников. «Задумка» ведет активную концертную деятельность. В репертуаре коллектива многообразие концертных номеров, более 100 танцев различных направлений, 200 вокальных номеров, более 30 спектаклей и театрализованных представлений. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.